Добрый день, дорогие назаровцы, уважаемые гости. Сегодня в первую очередь хочу поздравить предпринимателей, всех, кто занимается индивидуальной деятельностью, с настоящим профессиональным праздником. С некоторых пор действительно в нашем календаре появился и такой праздник. Кроме этого, хочу поблагодарить всех предпринимателей города Назарово за то, что вы пополняете бюджет нашего города. Так, например, в 2021 году, в предшествующем, городской бюджет пополнился налогами в 6 раз больше, чем предыдущий год. Конечно же, в этом году изменения произошли в налогообложении, но тем не менее мы благодарим наших предпринимателей за то, что доходная часть бюджета – это в том числе и ваш вклад. Мы благодарим вас за те рабочие места, которые вы создаете. Я, конечно, не знаю, вообще вы когда-нибудь задумывались о том, насколько вы прогрессивные люди. Ведь вы умеете очень-очень гибко реагировать на все изменения, которые происходят и вокруг нас, на все изменения в экономике, на все изменения в общественной жизни. Вы те люди, которые моментально на это реагируете. И самое главное, что вы точно знаете, какой можно найти выход из данной ситуации. Поэтому я всегда говорила, что предприниматели города Назарово – это очень смелые, ответственные, находчивые люди. Поэтому примите самые искренние слова благодарности. Ну и уже сегодня много-много говорят о социальной ответственности. И мы не перестанем благодарить вас именно за это. Потому что вы всегда оказываетесь рядом и в радостную минуту, когда мы благодарим, поздравляем наших ребят, спортсменов, наши художественные таланты. Ну то есть все награждения, которые происходят в городе, они происходят, конечно же, с участием и при поддержке наших предпринимателей. И в трудную минуту всегда оказываетесь вы рядом, вы предприниматели. Я хочу пожелать вам, чтобы ваша смекалка, чтобы ваше креативное мышление всегда двигалось вперед, всегда помогало вам, чтобы вам хватило сил на то, и дальше изменять к лучшему город Назарово. С праздником, дорогие предприниматели, и всего самого лучшего!